Но мы много времени проводили. Познакомился с Даней Милохиным, кстати. Хороший парень, реально, вот ничего не скажу. Может быть, у меня были какие-то, да, свои собственные предположения относительно него, исходя из каких-то новостей, там, из каких-то вот этих там ТикТок и все остальное. Познакомился с ним в жизни, реально хороший парень. Вот просто хороший парень. Вот вообще ничего сказать не могу. Просто хороший парень, реально крутой, типа позитивный. За время нашего знакомства ничего плохого в нем не разглядел. Вот так вот скажу, просто. Я знаю у всех противоречивые к нему отношения, но я вот, типа, честно, открыто вам говорю, да, как и весь стрим. Я в нем никаких противоречий не почувствовал. Реально нормальный парень. Типа, приятный. С ним приятно проводить время даже, типа, вот мы с ребятами там ходили в баскет, играли в стрит. Вообще весело было, круто.